Снова туда, где море огней, снова туда с тоскою моей. Светит прожектор, и фанфары гремят, публика ждет, будь смелей, акробат. Со смертью играю, смелый дерзок мой трюк. Все замирает, все смолкает вокруг. Слушая скрипку, дамы в ложах вздохнут. Скажут с улыбкой храбрый шут: да, я шут, я циркач, так что же? Пусть меня так зовут вельможи. Как они от меня далеки, далеки. Никогда обета. Мой конь, как птица, по кругу мчится. Дождем душистым на манеж летят букеты. Но номер кончен, и гаснет свет. И никого со мною цветы роняют лепестки на песок. Никто не знает, как мой путь одинок. Сквозь дождь и ветер мне идти суждено. Нигде не светит мне родное окно. Устал я греться у чужого огня. Но где же сердце, что полюбит меня? Живу без ласки, боль свою затая. Вы мои зрители, вас, значит, да. Вам буду кланяться. И мы вам тоже кланяемся, аплодируем. Романтичные у вас такие романтичные песни. А в жизни вы романтичный человек? В жизни я, знаете какой, в жизни я прагматик. Вообще творчество – это история очень конкретная. Я, кроме того, что работаю певцом, плюс еще раньше я танцевал в современном балете. И, знаете, вот приходит режиссер и говорит балетмейстер: знаешь, вот там надо вот чтобы вот, вот так и вот так, вот так. Он должен прийти к артистам и сказать: значит так, пальчик вот этот вот сюда, это вот так, ручку открываешь так, делаешь что-то и так далее. Творчество, на самом деле, оно такое же. Есть конкретные ноты, есть конкретные оттенки. Я не так давно был на спектакле в Мариинке. Мне очень понравился Гергиев. У него музыка очень конкретна. Пьяно, значит, пьяно.
Форте, значит, он дает вот эту энергию, вот так вот. Это прагматичная история. И вся наша романтика, она выливается в конкретные ноты, в конкретные интонации. А зритель, ну, пускай он уже свое почувствует. А статус артиста оперетты он обязывает, как себя должен вести, можно ли шутить... Слушайте, ну, я вообще солист вокального проекта «Вива», и это коллектив, можно сказать, эстрадный, хотя он состоит из артистов классического направления. И самое главное, вот знаете как, в искусстве главное какой жанр? Если ты поешь оперу, это определенное количество ну, каких-то наработок, да, которых от тебя ждут. Если в опере выйдет артист, не знаю, без штанов и будет петь вот так, ну, кому-то это покажется оригинальным, но все-таки ждут от него несколько другого. Так же и в оперете. А вот что касается шуток, оперета — жанр, в котором их очень-очень много. Да, это отличает. Ну, он такой веселый жанр. Раскрепощенные все. А вокальный проект «Вива», вот чуть подробнее расскажите, что вы поете в рамках этого проекта. Но это такой уникальный формат, потому что вот я сейчас здесь как солист вокального проекта «Вива». То есть мне не перекрывают дорогу никому из нас. Нам позволяют, наоборот, хотят, чтобы мы развивались автономно, привнося в наш проект какие-то новые веяния. На наших сольных концертах редко достаточно, и это не похвальба, это констатация факта, когда зрители не аплодируют стоя. Но это значит, что мы им нравимся. Филипп, спасибо вам большое. Ждем еще в гости. Спасибо нашу вам. Программу. Спасибо вам. Спасибо.